Всем огромный-огромный привет! И это влоговое видео с моим меню на день. Ну и по традиции начну с приготовления завтрака. Приятного вам просмотра! Пришло время приготовить обед. На обед я буду запекать куриную голень. Со специями у меня смесь перцев, сушеный чеснок, соль и будет овощной гарнир. Выглядит мой обед: запеченная голень, овощная икра, и здесь еще у меня томаты с базиликом, оливковым маслом, посолила, слегка поперчила и салатные листья. Говорю, а сама аж прям слюнки текут. Приятного мне аппетита! Я сейчас собираюсь попить чай и вот завариваю себе здесь ромашковый чай. Чай ромашковый с яблочком и корицей. И съем долечку вот такого вот вкусного испанского шоколада. Это белый шоколад с цельным фундуком. Сейчас я отзанималась. У меня было кардио на велотренажере 31 минутку. Ну, а сейчас я отправляюсь в душ. Я сейчас собираюсь приготовить ужин. И на ужин у нас будет паста со сливочно-грибным соусом. Я отварю спагетти и приготовлю сливочно-грибной соус. Для его приготовления мне потребуется мелко нарезанный репчатый лук, шампиньоны, 20% сливки, соль и смесь перцев по вкусу. Я мелко нарезаю репчатый лук, шампиньоны и обжариваю лук и шампиньоны на небольшом количестве оливкового масла. И затем добавляю 20% сливки, соль, перец по вкусу. Готовится соус очень-очень быстро, получается просто потрясающе на вкус.